Паромная переправа для машин через Печору закрыта из-за низкого уровня воды в реке. Десятки водителей не смогли переправиться ни со стороны Печоры, ни со стороны Кожвы. Причина – критическое обмеление реки и образование мели в местах причаливания парома. Движение речного транспорта временно прекращено. Людей перевозят на лодках. Сейчас в Печоре ждут земснаряд для проведения дноуглубительных работ. Они начнутся завтра утром, обещает администрация района. Примечательно, что местные предприниматели предложили властям профинансировать работы. Так что паромную переправу, вполне вероятно, откроют уже в эту субботу.